Всем-всем здравствуйте, банда троглодитиков, да? Моя маленькая банда троглодитиков. Сырик адыгейский порезала. Вот у нас в фермерской лавке продается сыр адыгейский по 400 рублей. В два раза дешевле, чем в магазине. В магните смотрела. 890 за килограмм, 89 за 100 грамм. И сыр такой хороший, нежный, прямо свежий он у них всегда. Прямо песни. Ну, главная цена 400 рублей за килограмм. То есть и прям вкусный. Ну как же, и этих же нужно тоже порадовать. Получается дешевле, чем влажный корм собачий. А пользы больше, да? Так, нужно, чтобы всем. Так, Донечка. Юра, ты уже взял? Ты заглатываешь? Цены на все большие, а тут прям получается гораздо дешевле. Так. Лялюшку я не видела, чтобы взяла кусочек. А вот, кстати, вам нужно вот так вот сделать. И доскребайтесь. Так. Ой, Лягуська. Милуська. Донечка, пока все далеко от тебя. А где феюшка наша? Где наша феюшка? Так. Шейх. Ляля. Герой. Гениальность. Бусик. Будешь? Бусюсик. Вот. Так. Дальше круг идет, да? Круг почета следующий идет. Видите, как они смотрят. Так, Вигуся. Милуся. Буся. Так, герой. Гениальный. Ляль. Шейх, ты на очереди. Шейхунчик. Донечка. Вот так вот по кругу. Фионка куда-то унесла свое и все, и ушла с концами. Так. Ай, Милуся, как нежненько берет шейхун. Давай, герой. Так. Буся, к тебе идем. Вот. Давай. Гениальный. Я тебе своим длинным рыльцем столько кусочков забрала. А? Ну, какая. Лялюшка. Молодец. Доня. Ой, молодцы какие. Ну все, по последнему кругу и все. Ой, Вигусь. Милусь. Герой. Гениальный, где ты тут? Гениальная наша. Так. Бусюсь. Шейх, сейчас ты получишь тоже. Шейхунчик. Держи. О, чуть-чуть. Лялюшка. Ляля. Давай, Доня, ты пока там ляля. А, ляля. И Фионочка, микродевчоночка, держи. Так, ну-ка, герой, давай, Фионка. Ой, молодец. Все, миленький, все. Все перекусили, правильно, фейку отгоняй, все. Скажи, я и так долго хожу. Фея, пока ты будешь так далеко ходить, ругаться, тебя кто-нибудь съест. Где Фионочка такая? Ну, так кошка не стала, отказалась. Да. Всем хорошего дня и прекрасного настроения, и хороших цен на все.